Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу познакомить вас с таким сайтом, как Placeit. Сайт этот будет помогать нам создавать дизайны для наших продуктов, ну, в основном для футболок, может и не только для футболок. То есть этот сайт помогает всем предпринимателям онлайн, графическим дизайнерам создавать свои дизайны и тут же их печатать, ну не печатать, а наносить на продукты, которые вы собираетесь продавать, то есть там кружки, футболки, сумки, да, любые продукты, которые есть на сервисах печати по требованию. В плане здесь профессионально, модельно сделаны фото, видео, всякие брошюрки. Тут можно покопаться в этом сервисе, но я сейчас видео не об этом буду делать. Сейчас, если время останется, мы сейчас разберем, как здесь создавать дизайн, макеты для ваших продуктов, чтобы наносить их и продавать онлайн. Так как, может, не у всех есть возможность там в Canva создать, или фотошопа нет, или вообще навыков дизайнера нету. Сейчас мы здесь разберем, как все это просто сделать. Скачать сразу готовый дизайн и наносить его на продукты печати по требованию. Сразу скажу, сайт этот в основном платный, да, он предоставляет действительно много возможностей, да, для вот торговцев онлайн, как красиво продать свои продукты. Макеты тут всего есть, вот видим, кружки, одежда, кепки, домашний декор, ну, в общем, всего полно. Видео, на видео в макетах вообще классно смотрится любой дизайн, да, для футболок макеты. Мы будем такое использовать, вот, лого, то есть создавать как бы лого для футболок, для всего. Это вот это все платно, да, в основном. Вот нас интересует вот эта кнопочка FreeBSD, то есть бесплатный. На каждой, даже на макете есть вот FreeBSD, дизайн FreeBSD, но это вот будет вот так выглядеть, да? Это не как конструктор будет, а как наносить на, вот видите, как на футболку, например, вы хотите свой дизайн, да? Это не конструктор, а как бы модель, да, ваша, на кого вы хотите нанести свой дизайн, будет вот так вот ваш, например, дизайн смотреться, да? Нам нужно создать этот дизайн, да, сперва. Можно, не выходя с этого сервиса, если его полностью использовать, да, он в Инстаграме там размещать. Тут вот фото специальные для Инстаграма, для Фейсбука, для каждой это. Ну, размеры фото заточены под, ну, под параметры каждой соцсети. Вот видите, когда прикольно будет смотреться, если свой дизайн, например, там сразу цвет выберешь в футболке, нанести на этот логотип. Также здесь такие же можно видео использовать, да. Я сейчас быстренько пробегусь, да, хотя видео не об этом. Кому интересно, сам пошарится на этом сайте, я так покажу маленько, да. Может, кому-то понравится, заинтересует. Вот бесплатное видео создавайте, да, с вашим макетом. Вот сразу на free, так. Ну тут в основном вот они все free, бесплатные. Вот тут есть макеты, например, футболок, да, нас интересует. Вот для Инстаграма длинные, да, они всякие. Можно для Ютуба, конечно, вот видите, тут сбоку Инстаграм, Инстаграм Сторис, Magic Move. Вот и ширс, да, можно просто на футболке нажать. Вот они, да, прикольные видео. Я использовал такие раньше. Можно где-то на YouTube даже на своем какой-то канал создать отдельный, под зарубеж заточить, и вы так вкладываете туда вот эти бесплатные видео с вашими дизайнами, да. Вот так будет, например, женская футболка, да, смотреться, вот формат видео YouTube. Полно, ну ладно, сейчас мы не об этом. Все. Давайте, вот мы перешли на этот сайт, да. Можете, что вас интересует, вот поисковая строка есть,
можете здесь что-то написать, найти конкретный брендинг, не знаю, легко, готовы шаблоны, вот. Да, можете здесь что-то написать, да, что вас интересует, если вы, допустим, платно собираетесь, можете использовать этот сайт. Но мы будем бесплатно, да. Вот, мы наводим на лого, да, у нас вот есть freebies. Нажимаем сюда, и нас как бы перебрасывает на лого, да, на логотипы вот бесплатные, которые мы будем использовать как для создания наших дизайнов будущих. Вот, вот видите, free. То есть эти бесплатные, да, я сейчас... Давайте, долго не будем, я вот... Тут смотрите, сколько. Ну, немного, но использовать можно что-то создать, фантазировать. И не надо писать, что у всех будет одинаковый дизайн, а одинаковый никак не будет, потому что каждый свой будет дизайн делать, шрифт свой изменять, всякие вот эти животных, ну, можно подменять там. Смотрите. Сейчас мы будем, ну, я так фонарно создам, покажу просто, как это все делается. Смотрите, здесь отличный конструктор, как настоящий Photoshop, да? Смотрите, здесь сколько шрифтов. Все они как бы бесплатные, да? Не в каждом Photoshop есть столько шрифтов. Вот про что я говорил, что всякие логотипчики, да, вот эти можно менять, да? Не у каждого, не у всех будет дизайны это одинаковые, не надо этого бояться. Шрифты меняют каждый по-своему, кому надписи всякие разные, да? Ладно, вот нас что интересует. Мы можем переносить все вот эти логотипчики, тексты. Можем также увеличивать. Давайте, вот можно вот поменять логотипчик, да? Можно фантазировать, еще в голову придет. Или какой-то дизайн вы особенно хотите создать, да? Вот, ну такой, да, я так. Вот тут, да, первый. Мы изменяем это, например, там, на английский. Best. Вот у нас слово best появилось, да? Я так. Можете для Redbubble, T-Public создавать дизайн, для Merchbuy Amazon, для Etsy, для чего хотите. Видите, тут сзади фон, да, получается. Но хорошо для Redbubble, T-Public использовать для их продуктов. А если чисто для футболок, да, то вот мы будем скачивать дизайн. Вот, нажимаем сюда. Нам не нужен этот, как бы, задний план. Все, мы в таком виде скачаем без заднего плана. Сейчас вернем обратно, чтобы нам дизайн доделать, да? Дальше, что у нас? Basket. Можно цвет сразу менять. Также. Я так быстро делаю, чтобы показать для видео. Шрифт. Шрифт, да, конечно, можно изменять. Очень удобный конструктор, я считаю. Во многом, может, даже где-то превосходит Canva. В Canva, да, на бесплатной версии просто в формате PNG не сможете скачать. А здесь можно в формате PNG без заднего плана, то есть фона, скачать все это. И вот заменим. Ну, единственный минус, если кто-то заметил, да, вот видите, вот дано теперь, например, три строки, да, заполнить. Ты можешь 3-4 там добавить, нельзя. Ну, можно 2 написать, но добавлять уже нельзя, да. Можно вообще ничего не писать, да, все шрифты стереть. Ну, вот это только минус, да. На Canva можно хоть сколько там текста добавить, сколько тебе надо, а здесь вот так. Ну, здесь можно в каждой таблице, например, по несколько слов написать, но я так, basket, то есть лучше по basket, dead, а dead забыл, а вот здесь basket, ну, есть такой дизайн, да,
лучший там кот папа навсегда или что-то. Вот так, да. Все, тут можно, да, шрифты всякие менять, кому как нравится. Всяких функций полно. Ладно. Я же, конечно, дизайн не буду там видео создавать, я так просто показываю, да? Смотрите, сколько возможностей у вас есть, да? У каждого. Вот, я поменял обратно, да? Можно на любую тему создавать дизайны, на какую хочешь. Также кота, да? Можно поменять, да, я думаю. Ну, вот эти. Тут тоже. Вот пошаритесь, кому надо. Все, вот эти все значения, функции попробовать. Все, вот мой цвет. Все, все меняет, да? Идеальный, в принципе, вообще. Все, за 5 минут можно любой логотип быстро. Дизайн создал. Тут же его скачал, разместил где надо. Или можно на этом же сайте добавил на любую футболку, кружку, да, сделал это фотографию главную для своего листинга, да, где-нибудь на Etsy там загрузил, все поставил, праздничную какую-нибудь. А все, теперь все, видите, у нас кнопка free дал. Ну, не забывайте, если вы хотите с прозрачным фоном, то надо убирать при загрузке. А если вы для там для рыбал, для штор, всяких ковриков, вот пойдет сразу с светом, с фоном. Ну, в основном, да, все скачивают без заднего фона. Вот. Все, вот наш дизайн, да, допустим. Все. Frida and Love. Нажимаем. Смотрите. Сразу, да, разрешение хорошее. 4:4. Для футболки нормально это будет. Да и для всех продуктов, я думаю. Вот что они пишут. Ну, сейчас. Отсутствие водяного знака, высокое разрешение PNG, коммерческое использование, окей. То есть все, вас никто ничего не спросит, вы спокойно загрузили, продавайте где хотите. Все, процесс загрузки пошел, но у кого-то будет быстрее, у меня просто интернет пока такой, не знаю что. Но тут все нормально, в принципе, все, вот, клик сюда, давайте. Сохранить. Сейчас посмотрим, какой он у нас получился. Это идеальный конструктор, я считаю. Кто не умеет на фотошопе или что. Вот он, готовый дизайн. Все, его пошли куда надо, разместили. Вот тут нет. Я хочу сегодня заснять, познакомить вас с таким замечательным конструктором. Онлайн, можно сказать, да, ничего скачивать не надо, устанавливать какую-то программу, прогу. Все спокойно в этом кабинете своем зашли, создали, скачали. В ваших загрузках всегда эти дизайны будут сохраняться, оставаться. Всегда вы можете их скачать или редактировать. Все. Я эту ссылку на сайт оставлю в описании под видео. Переходите, регистрируйтесь, используйте все функции бесплатные. Кто-то, может, захочет и платное, чтобы там на платной основе, там, конечно, очень много классных дизайнов, которых также можно изменять под себя. Ну, больше возможностей, как всегда, да, везде, если там функция Pro, то, соответственно, больше возможностей для творчества. Ладно, ребят, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, не забывайте на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачного онлайн-бизнеса.